Мы сейчас в Индии, в штате Пенджаб. Пенджаб славится своими качественными буйволами. Сюда съезжаются люди со всей Индии, чтобы купить себе породистых буйволов для размножения в своих штатах. Этот рынок... Этот рынок находится просто в лесной посадке, где растут платаны. И на деревьях написаны номера. Это и есть торговые места, за которые каждый приезжающий сюда на торги со своими буйволами платит аренду места. Вот так выглядит место торговое на этом рынке, где просто к нему привязаны, каждый привязывает своих буйволов и платит за это арендную плату. Здесь очень много буйволов, они все черного цвета и очень похожи. Поэтому каждый хозяин, пригоняющий своих буйволов на этот рынок, помечает их особенной меткой, то есть краской в определенном месте. Желтой или синей, но у каждого хозяина это особенной формы. Или кружок на плече буйвола, или на заднем бедре. И они каждый помечены в разных местах, синей или желтой краской. В Индии, вы знаете, корова священное животное, и никто в Индии коров не кушает. Но это не корова, это буйвол, и тем, кому особенно хочется мяса, могут покушать мясо вот с таких буйволов. Мы в штате Пенджаб попали как раз на закрытие рынка буйволов. Это уникальное зрелище. Вот разъезжаются хозяева буйволов. И сейчас посмотрим торговые места. Продавцы уже свободны и активно участвуют в наших съемках. Hello.